Итак, ребят, всем привет, и мы продолжаем проходить GTA 5, ой, опять GTA 5, GTA 4, там какая-то история, по истории. Если вы звоните кому-либо сами, не дожидаетесь его звонка, же это событие могло случиться чуть раньше, чем это планировалось. Попробуйте позвонить Роману. Окей, давай. Ника, Ника, слышишь меня, брат? Роман, я здесь. Что происходит? Почему ты слышишь шепки? Я на Саус Стрит, рядом с перестройкой. Ника, скорее сюда. Ну, по крайней мере, мне пока подсказали, кому позвонить. Если в следующий, если так же будет, то есть никакого задания, то я только буду ждать звонка, вот, потому что я точно не знаю, кому надо будет звонить. Я не собираюсь всем подряд звонить, чтобы появилась какая-либо миссия. Серьезно, сюжетно. Поэтому я... Если не будет где-то никаких подсказок, кому звонить, да, то я буду ждать звонка самого NPC. Ну, самого союзника, короче. Вот так. Crime and punishment. Роман, Роман, ты где? Нико! Ника! Роман, Роман, что ты делаешь, смотришь, приятель? Они здесь? Ты о чём вообще? Убегай, дружище. Что, мне стрёмно, за мной следя, я их видел. Да испусти меня, ты становишься параноиком. Fuck you! Это я-то, да пошел ты, ну тебя в жопу, все было нормально, это появляется ты, а теперь мы обречены. Потому что Павел чокнутый, он убьет нас из-за того, что мы убили Влада. Влад был его человека, так и всегда и бывает, ты убиваешь человека, а не убивает тебя. Роман, дружище, вырезай оттуда. Послушай меня, Влад был куском дерьма. Им плевать на него, единственное, что их заботит, это деньги. Мы сказали, чтобы они на них работали, так я теперь вылезаю оттуда, это что рыба. Не хочу я, брат, мы как-то меня посидим. Вылазь из морки, старки жердяй. Давай-ка, Товстячок, босс хочет перекинуться с тобой пару слов. Очнись. Обрежу организм в рот, чтобы он не орал. Ты перестал бы его приводить сюда, Андрей. Почему это? Ты бы тебя вел, мистер Балкан. И босс очень недоволен. О нет, я сейчас пустыны от страха наложу. Отпишешься, придет время. На кого ты работаешь? На своего двоюродного брата Романа. Не валяй, дурака. Нет, так дело и пойдет. Я сейчас тебе руку отберу. Говори. Окей. Ладно, ладно. Твой отец видел, когда ему в жопу вставляли... Что ты еще хочешь тебя услышать, а? Очень смешно. Думаешь, я такой умник, да? Нет. Я думаю, раз меня связали в подвале вдалеке от дома, а какая-то горилла размахивала меня пылу перед носом. Это, наверное, я так все и умел. Закиньтесь, мать вашу. Моя жена смотрит странный ящик. Боже правый, что ты делаешь? Ничего. То есть... Я просто выясню, кто он.
No, jak to on? On je jeho dvojrodný brat. Ty se vrátil zvedat takovouto paní mojou daně raději o to, tak už jsme trochu vypadali do toho, že bylo nejčeho, že on je jeho dvojrodný brat. Kde to našlo toho idiota? On byl druhou vašeho čerzanta, kde mám studi 2.19. On debil. No, Niko Bělek. Думаешь, тебе позволено он убивать людей, когда работаешь на меня? Думаешь, что он мразь? Если он мразь, то да. Согласен. Михаил! Только что на меня так же, будто я голову на голову раздела, боже мой. А теперь слушай, Ника Берег. Тебе не сказано повезло, что Влад был кретин. Я позволяю вам крутить под ногами даже не только потому, что трахаю сестрица. Посмотри на меня. Ты мне должен. Появились тут в моем районе гандоны, которые мы хотели переиграть груз, понял? А мы нашли покупателя под эти телевизоры. Точно, покупатель. Или нужно будет делать красиво, ты должен достать их для нас. Романа развяжешь? На помощь, помогите, заткнись. Роман, заткнись, сами подпишите. Давайте, Роман, надо заткнуть. Михаил, заткнись. Это же произведение, оно вам не нормально. Я же не люблю, когда люди орут. Какая разница? Нужно будет его быстрее достать из стирки. Я лично с ним кладу шофу твоего брата. Я буду смотреть, как его крышки вываливают на пол. Убери это дерьмо. Слушай, мы позаботимся о твоем брате, но тебе лучше бы найти полицейскую машину. После этого ты позвонишь мне. Роман, иди уже, иди, я позабочусь о нем. Черт. Что происходит? Что происходило только что? Так, я слушаю мою полицейскую машину. О, вон там сейчас он поедет, по-любому. Так. Извините, но мне пора валить. Я расскажу полицейскую машину, что дальше? Держи поедет по юному брокеру, останови его и перегони станет на Дюкс Драйв. Я в юном брокере перегоняю один грузовик. Это ваша корпоратная проблема, а не мои. Останавливай фургоны до тех пор, пока не найдешь телевизоры. Пока. Пока они не добрались до пункта, где нужно найти. Ну вот первый, но я не думаю, что это он. Затрахивайте оттуда, мать твою. Прятим, мне нужны проблемы. Ты ведёшь партию телевизора. Ты пристарай за первого. Так, ничего. Пошли дальше. Так, блин, сейчас направо подожди. А, там еще был. Блин. Проехал я поворот, проехал. Ну вот так. Короче. Подождите, как на водителя. Давай вылазь без глупостей. На твоем месте я бы этого не делал, я этим грузовиком приговариваю к Ирине Петровичу.
Покажи мне багажник. Ты ведешь телевизора? Ты реально облажался. Иди вообще. Меня даже ни разу не задели. Ай, блин. Не хватало еще найти фургона и перевернуться. Ну давай, езжай как гараж. Ну, в принципе, миссия изи. Вообще без проблем прошли. Ну вот, миссия завершилась. Давайте, конечно же, позвоним Владу. Ой, Владу говорю, Дмитрию. Я пригнал фургон туда. Куда ты сказал? Как там Роман? Все в порядке, немного напуган, но это ничего. Ты все делал правильно. Мне сегодня нужен кто-то вроде тебя. Как-нибудь заезжай и поговори с ним. Ну что ж, ребят, вот на этом мы с вами и закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кирилл. Всем удачи и пока.